Красота-то какая неописуемая, а? Да хорош. Ну вы тоже ничего, ладно. Да. Вы откуда? Сыктывкар, а вы? Город-герой Белгород. Ничего себе! Далеко, Вау! далеко, скажите. Далековато. Страшно далеко. Как в Сыктывкаре? Коми СССР раньше это было, сейчас Республика Коми. Сейчас Это... как покажу, как в Сыктывкаре. Давайте. Как вам такое? Но это, ну, у нас такого нет. У нас плюс 26. Снег выпал, это просто пипец. Почему так? 2 дня уже снег идет. 2 дня в шубе хожу. А у нас плюс 26. Вы не там живете просто. Я полностью согласна. А как вас Сыктывкар занесло-то? Ну, родилась. Родились там. А что по-русски обозначает название города Сыктывкар? Я просто не в курсе. Не по-русски, а по коми Ну, в Накоме, хорошо, в переводе на получается. русский язык, что это обозначает? Ну, смотрите. Да ладно, можно на ты. Короче, раньше город назывался Усть-Сысольск. Обозначается в устье, на устье реки Сысолы. Вот. А Сыктыв, я не понимаю, что значит по коми. Кар — это город. Я думал, кар это Вот. машина Но по-английски, нет? по-английски, да, по коми — это город. Я понял. А вы хотите, у вас хорошая шуба, даже не стану спорить. Вы куда-то уходите или просто хотите быть красивее меня? Я иду на балкон курить, очень холодно. Плохо у вас, минус 26. А, плюс 26 это у нас, видите, я же растерялся. Запутался. Парад Победы сегодня смотрели? Нет. Очень жаль. Хотел поговорить на эту тему. Зачем? Но мне интересно, где делись танки? Раньше по площади красные танки ездили, а сейчас что-то нет. Сейчас нет? Понятно. Я в Сыктывкаре видела вчера танк. Я в Белгороде каждый день танки вижу. Почему в Москве нет танков? Снег выпал, представляешь, почему так? Езжай ко мне, я тебя тут устрою медсестрой на фронт. Медсестрой на фронт? Ну, конечно. Но у меня нет медицинского образования. Ну, хорошо, своей сестрой устрою, будешь у меня в штабе работать. Офигеть! А ты кто? Нет, подполковник Вооруженных сил Российской Федерации, Бондаренко Степан Андреевич. Офигеть! Я так хотела поехать в Луганск. А реально можно в Белгород? Но для того, чтобы попасть в Луганск, надо попасть через меня в Белгород как-то. Офигеть! А я могу в Белгород попасть, Ну, правда? конечно, да еще билеты продаются, еще поезда у нас ездят, несмотря на то, что прилетают здесь периодически. А там много детей в Белгороде? А что ты будешь с ними делать? Я художница. У меня школа рисования детская. Плюс я, ну, в недавнем прошлом общественный деятель. И я очень хотела съездить в Луганск или в Белгород и порисовать там с детьми. Но детей в Белгороде много. А вот в Луганске и... Я хотела мастер-класс устроить какой-нибудь. А как вы думаете, детям, по которым прилетают ракеты, нужен мастер-класс? Можно ты перешли? Хорошо. Как ты думаешь, как тебя зовут, кстати? Агния. Агния. Угу. Барто прям. Поэтесса. Может, еще и поэтесса? Нет, я художник. Стихи, значит, ты не пишешь, да? Ну, понимаешь, в чем дело? Я с трудом себе представляю, как я детям на территории городов, поселков, деревень, где идут боевые Но действия, буду... прикинь, они и так страдают, у них и так психика Им поломана. только порисовать Ну, осталось, да? что плохого в том, чтобы Да плохого-то порисовать? ничего, просто я себе с трудом это представляю. То есть ты заходишь в подвал где-нибудь, да, где у детей нет, там воды Так нет, это пожрать нет. да. А ты им, а давайте, дети, кушать вы завтра покушаете, давайте порисуем. Ты сейчас смотришь с позиции взрослого человека. Ему так страшно. Так а зачем мы сделали им страшное огни? А я тут при чем? А-а-а.
Кто мы-то? Да мы с тобой, граждане нашей великой и необъятной могучей страны. Только мы, больше никто. А теперь мы с ним, к ним хотим приехать с гуманитарными миссиями. А может быть лучше... А кто мы-то? Кто мы? Ну, ты и я. Я, например, освобождать, как говорит президент, иду. А ты я хочу порисовать. А ты рисовать. Но это верх цинизма, понимаешь? Сначала, какого сначала цинизма? разбить их дома, а потом приходить, предлагать им какую-то отдушину порисовать. Ну, это просто верх цинизма. Я предлагаю им порисовать, а я им дома разбивала? Ну, то есть я разбил дома, а потом я привезу тебя, и ты будешь предлагать им порисовать. Знаешь, как бы организованная преступная группа у нас с тобой получается. Ой, ужас, кошмар, с тобой невозможно разговаривать. Да, я очень страшный Ужас, человек. ужас. Очень страшный человек, Агния. Телефончик оставишь, поговорим мне пару летки, так. Я тебе расскажу, фотографии пришлю. Детей без Я не ручек, хочу без на эту ножек. тему разговаривать. Я не хочу на эту А ты им тему порисовать разговаривать с тобой. предложишь? Ну, а что нет? Ну, что, это же хорошо порисовать, когда у тебя ручек нет. Это же Ну прекрасно. хорошо, давай не буду, давай не буду Ну, дальше просто бесит, снимать, давай не честно. буду только на это смотреть, давай не буду дальше на эту всю херню смотреть. Не Да. надо им рисовать, не То надо им есть... отвлекаться. Ну, действительно, действительно. А мы как страусы голову в песок засунем и будем А смотреть... кто мы-то, кто То мы? ты, я. И будем смотреть на инаугурацию нашего президента, на парад победы, тощий, на котором даже танков нет, на котором нет стратегической авиации, потому что она все бомбит этих детей. А мы с рисуночками к ним приедем, Агния, ну это же прелестно. Правда же? Зато у нас совесть чиста будет. Мы же что-то хорошее сделали с тобой. Я разбомбила, а ты рисовать научила. Прекрасно же. Жесть, как ты это все красиво подвел. Так это правда. Мне не надо подводить. Правду говорить легко и приятно, как говорил А у всех своя правда. Нет, Вот у тебя такая правда. Правда она одна. А, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков устами своего героя Ганноцари, правду говорить легко и приятно. А Она ты одна наш правда. разговор записываешь на видео? Пока нет. Но если ты захочешь, я нажму кнопочку и будем записывать. Понятно. Ладно, хорошего тебе дня. Разговора не получается. Пока. Ничего удивительного, Агния. Когда ты приходишь в мою страну и пытаешься нести сюда какое-то доброе, разумное, вечное на разбомбленные города и убитых детей, покалеченных, как вчера в моем городе, ничего не получится. А то, что как страус голову в песок засунул, а не пытаешься, пытаешься этого не замечать, тебе не поможет. Гниды какие. Фух, гадость какая. Ты смотри, белая пальтишка одела, хороший русский. Усём, друзья, оце и называется хороший русский. Оце и е хороший русский. Ничего иншого не было и не будет. Це их сутність. Ой, мы хорошие, ой, мы белые пушистые. Вибачайте мене за емоції. Ух.